Хайога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием Devil May Cry 5. Так, продолжаем. Выбор продолжить. А, владыка чего-то там. Владыка демонов. Сюжет. По слову леди, у Триш и Данте практически не было шансов выйти победителем из боя с владыкой демонов. Нера и Ви отправились по тоннелю метро и наконец-то добрались до корней Клипота. Возле руины старого разрушенного дома Ви решил поделиться с Неро своими мыслями, чем лишь усилил недовольствие. Так, 15 июля 956. Видимо, без толку ломать голову. Ты вовремя. Наконец-то мы стали настоящей командой. Фу, ты типа флиртуешь со мной? Это брось. Давай в машину. А погните сейчас на машинке покатаемся. Будет вообще зашибись. Мать, честная. Сейчас бы ты вылетела оттуда, в кувет. Вниз, вниз. Владыка демонов, снова загрузочка. Заметьте, что тут все вон по времени идет у нас нормально. Начать миссию. 24 куска у нас. Меч дьявола, убойная шутка. Я забыл оружие прочесть в прошлой серии. Классно, у нас же типа это. 4 новые перчатки. А можно костюм выбрать? Ему белый костюмчик один на этот раз. Что ж, назад дороги нет. Опять забыл. Впрочем, ее никогда и не было. Пора вернуть должок. Теперь возвращаем. Ладно, ты у меня дождешься, подонок. Я тебе втащу. Мне не дали выбрать костюм, но я замечу, что в этом месте хотя бы... Вы заметьте, как он сейчас здесь бегает и на поверхности. Вот, как он атакует. Ну, вы сами это видите. Просто настолько быстро, жопа. Сейчас мы выйдем немного вперед, и да, враги бы... Какого черта? Хреновые дела. Не, если мы будем... Блин, я хочу, чтобы мы большинство в таких локациях были. То, что они закрыты, и типа фризов вообще нету. Ну да. Изи. Нихера там сколько... Это кровь так? Предсказуемый ход. Не, мне с бластером легче. Будет. Может быть. Mm.
А, это местный лифт. Кажется, такси подъехало. Я о том же. А, мне сюда нужно залазить. Эй, а когда он успел проехать? А, оно здесь появляется. Тихо, не падай. О. Моё. Так, ну, в принципе, мы уже только деньги... А я еще Данте не прокачивал. Может, на Данте оставим все это дело? Ясненько. Вот это другое дело. Хотя бы сейчас мы не упали. Так, готово. Это... Так, реки крови. Это поток, так, струится через весь клипот, перенося кровь, собранную в мире людей. Так, падайте в течение, чтобы попасть в глубь древа. Но помните, что пути обратного нет. Куда ведет этот путь? О, рука, тихо. Ну, давай узнаем с тобой. Больше здесь у нас ничего нету, не спрятано, нету. Войти. Да позабирай вот эту кровь, прикиньте, там сколько миллионов. А сейчас отправит, где, блядь, лагать будет. Он, ты костюмчик поменял. Теперь у тебя костюмчик как у Данте. Так. Ох, мне еще осталось учиться недельку. До конца сегодня понедельник. До конца я буду отдыхать. Муа. Very долго. Ты еще... Ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ой, кусочки отрываются. Эй, слышь, ты офигел?
Ух, тихо, тихо, тихо. Так, готово. Мне кажется, если я упаду, мы умрем, да? СС, не теряем, не теряем хватку. Ну, атакуй его. Давай, давай. Ну, мы почти просрали. А, все. Давай, давай, давай. Неужели? Мне кажется, если бы та херовина упала, мы с вами тоже упали. Блин, мне это нужна лапка. Что ж, единственная дорога вниз, да? А можно... А, все, он перезарядил. Он как-то странно перезаряжает ее. Странные шарики. Ох, аренка. Или босс, либо арена. До хера врагов. Но или новый враг. Новый враг. Или босс. Не, это враг, похоже. Хитрый певчий. Бафомет. Мне не нравится, нужно его прикончить. Нужно козла убивать. Изи. 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 Так, жизненная энергия. Сгустков здесь нету? Нету. Опять, куда меня в этот раз занесет? Куда-то я провалился немного. Давай это узнаем. Заметьте, что игра хотя сейчас идет динамически. Хотя, может, скоро уже и босс будет. Интересно, игра хотя бы сохраняется в каких-то точках.
Прикиньте, сейчас такое едем. И... О! Божественные статуи. Используются божественные статуи, чтобы обменять красные сферы на навык и предметы. Ну, то есть аналог телефонной будки. Это аналог будки. Персонализация. Я думал, что покажет. Но по предметам у нас уже все. Печь яло я не собираюсь покупать. Блин, дайте мне розу прокачать. Так, последний улучшенный захват Ротоса позволяет увеличить его дальность. Да там до хера какой радиус. Калибур, как Эскалибур, да? Так, плохой вариант. Находясь на земле, нажмите и отпустите. А, зажми, зажать и отпустить. Азарт. Можно вот этот прокачать, в принципе. Азарт. Нажмите сразу после атаки. А, так есть шанс вообще ее полностью зарядить. Блин. Это интересно. А я бы за то, чтобы это... зарядить. Или захват прокачать. А, давай ставим. Да. Пускай у меня души остаются. Мы с вами их потратим на Эскальбор. Ну, на, короче, на наш меч улучшим. Чтобы автоматически заряжалось, а то меня бесит постоянно. Вум-вум-вум. Движок подрубать. Чувствую, сейчас будем с демоном, который был на коне, сражаться. Куда я просрался, да? Бац-бац. Воу-воу-воу. О, еще один запрыгнул, ништяк. Сейчас добьем этого. Давай, 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 давай. То есть так ты быстро лазишь, а так ты не можешь запрыгнуть, да, с помощью твоего прыжка, классно. Это еще не конец. Давай сюда. Так, там у нас портал, да? Значит, мне сюда. А
А здесь у нас ничего. Вам потом, чтобы я с этого древа смог выбраться. Блин, вот сейчас будут эти часики. Сейчас бы часики. А скоростные лифты тут имеются? Скоростные лифты. Не главное, чтобы потом платформера не было, чтобы я потом не шатался так. Бил. Еще одна арена. А как же еще? Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-яй, тихо-тихо. Хвати, ублюдка. Еще один. Давай. Ништяк. Ну ты, конечно, носишь на цешку. На C это плохо. C this bad. О, души. О, лифт. Ну что, поехали. Почти раньше времени запрыгнул. Интересно, если я выше залезу. Ладно. Ой, там что-то было. Давайте убьем двух зайцев одним выстрелом. Сейчас скажу, о чем я. Сначала заберем золотую сферу, которая там наверху находится. А после спрыгнем там, где вот этот проход. Я не знаю, есть там что-нибудь? Или мне нужно туда? Чуть-чуть. Куда из мне нужно? Сейчас посмотрим, что там. Не, походу мне туда нужно идти. Это точно. Третий подъем. Давай, 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 лифт. Так, а теперь просто едем. Только мне кажется, там что будет... Да, хер его знает, что там может быть. Может, там фигня какая-то.
Знаете, я смотрю сейчас на это все. А нет, тут есть подъем, все нормально. Что-то новенькое там лежит. Секретная миссия 05. Так, доберитесь до конца, ни разу не коснувшись земли. Чего себе. Так это секретная у нас миссия даже. Просто политушки. Чтобы мне потом их не пришлось это ломать. Пем. С помощью пистолета, а то я буду падать. Да и понял, понял, понял. Короче, всю карту нужно переплыть. О, ну ради этого, да, можно постараться. Это было изи. Переиграть. А как мне нужно было это сделать? А, ну если так, то да. Уф. Давай, давай, давай. Ого, тихо, тихо, тихо. Сейчас бы на последнем лохануться, не увидев его. Подтвердить. Плюс целый хп. Пройдено. Не, вот это было прикольно, типа, и легко. А если, допустим, у меня бы не было двойного прыжка, то как бы я тогда это сделал? Ну, я имею в виду там, где поворот, где я вначале приземлился сразу на землю. Ну, не вначале, а через. Вот без двойного прыжка бы там просрался. Давай, 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 давай. Это что, зубы рептилии, да? Верхняя челюсть? Вот, здесь уже, кажется, будет боссик. Хотя... Да, мужик, мы идем к сердцу. Сразу забежим за этот. Прикиду, там еще будет кусок. О, вот кусочек. Подожди, он здесь был? Так перезаряди его, алло. О, хорош. Ох, поехали. А теперь мы отправляемся к... Нет, и все еще. Ну, наконец-то добрался. Итак, мой должок. А, мы сейчас тем... Подожди, ну то ж разве не финальный босс?
Телефон здесь? Неужели работает? Давай попробуем. Сразу выключу вебку. Выкину. Как думаешь, сможешь подъехать прямо сюда? А Ясин Пен, ты вообще знаешь, с кем говоришь? Playboy. Как она вообще сюда приехала? Как ты, Эрили, сюда приехала? Алло. Йоу, вызвал магазин? Да, вызвал. Вызвал. Теперь мы как раз прокачаем себе то, что я хотел. Там. 100%? 100%. Королевы мне все еще не дали, да? Ну, то есть пистолетик. На пистолете хочу. Улучшение. Блин, вот смысл покупать акции провокации. Особая провокация, за которую были уплачены огромная цена. Увеличивает ранг стиля сильнее обычного. Ну это просто типа. Ну это фигня, скорее всего. Да, закончить. А у меня больше ничего нету. У меня золотые сферы есть, но я их тратить не собираюсь. Я хочу поиграть на самой последней типа сложности, на предпоследней сложности, где можно ваншотить врагов. Хрена там цветочек. Ваншотить врагов с одного удара. Ну они там меня тоже по идее ваншотнут с одного, поэтому все честно. Интересно, боссов я тоже смогу ваншотнуть? Походу мне не сюда. А куда тогда? Подождите, я здесь где-то это видел. Я ищу сферу. Он мне наверх. Я ж нажимаю Е. Что? Странно работает. Нормально то, что я потратился. Вари до хера. А мне ни хера не дают. Кажись, меня кинули на бабки. Прелестно. Просто прелесть. Серьезно? Можно помощь обучением? Движением. Нером. Отделение. Вы можете специально так отсечь бич дьявола, чтобы провоцировать взрыв. Использовать этот предмет, чтобы избежать опасных ситуаций. Или полностью уйти от атаки. Но вы мне все равно не ответили на мой вопрос. Какого черта я заплатил 45 тысяч для того, чтобы мне не заработала способность?
лучше с пистолета его буду. Что, весело быть владыкой? Весело, пока веселись, пока можешь. Все равно не понимаю, как оно работает. О, да, это где мы тогда начали. По идее, это финальный босс, но... у нас там еще много... Эй, засранец, скучал по мне? У нас еще там новые версии врагов, поэтому... Где Данте? Ни самого тела, ни шашлыка из Данте. Совсем ничего? Ты пришел сюда умереть. Ух ты, говорить умеешь. Уризен, да? Видать, родители совсем не любят, уж больше имя тебе дали. Я не наделен именем. Я есть абсолютная сила. Ладно, без смены. Так и напишу на твоей нагрубе. Ты будешь страдать. А затем умрешь. Я тебе покажу, как я попытаюсь под ногами. Как я путаюсь под ногами. Подожди, а это нормально? Я его все равно как бы ударить-то не могу. А подойти можно? Сработал, вот наконец-то твою щиту. Ой. Вот зараза. Бля, почему, за что? О, пускай он лучше вот эту атаку делает. Лучшее качество людей, мы никогда не сдаемся. О, ништяк. Что, пацанчик, теперь все, ты без брони никто. Ну только меня пиздец там побили. Хоть раз бы его достать. Ну ты достал. Смертный слабак. В твоих жилах не течет кровь демонов. Но ты все равно бьешься. Как ты смеешь поднимать руку на меня? Да, я думал, какого? Ты пожалеешь, что родился бесполезным человеком. Узри же свой худший кошмар. А можно пойти? Прими мои дары. Отчаяние и
Смерть. А можно отхилиться, пожалуйста? Я хил увидел. О, не до свидания. А что за щиты? А что за щиты? А почему ты крюк используешь? Кнопочкой пробелом. Что это за хрень? А можно узнать, пожалуйста, что это за хреновина? Понял. Ахилла, тут есть или нет? Время валить. Меня пугает одна вещь, то что здесь я хила не вижу. Вот, тихо, сука. Классно. Начнем с того, что ему даже щит сломать не могу. Меня убили? А, так снова задумано? Чтоб я ему херчи сломал? Классненько. Зря мучился. Всего лишь человек. Наглая груда смертной плоти. Проклятие. С того момента, как ты появился на этом, на этот свет. А, проклятый. Он, кажется, я вижу Данте. Кто посмел вмешаться? Какая тварь бросила вызов самому владыке? Неужели... Демон. Вау. Да-да, на Б закончили класс. Ну ладно, нормально. Ух ты ж, ё-моё. Понимаете, дело в том, что у нас вообще сейчас фризов не было, но серия вышла на 43 минуты, это очень большая была. А если с фризами еще, то это начать с чем-то. Генезис, следующая на серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.